всем привет, ребятки, с вами снова Немезис, и мы продолжаем с вами новую рубрику, новую-старую, можно так назвать, топ энное количество чего-либо. Вот, последний ролик был недавно, топ-5 моих любимых снайперских винтовок. Сегодня я покажу вам топ-5 моих любимых автоматов. Да, ребятки, тут я решил немножко разделить категорию основное на автоматы, дробовики и миниганы. Думаю, это будет более точно, потому что если именно топ-5 моих основ делать, возможно, я сделаю топ-5 основ, но я хочу именно разделить автоматы, миниганы и дробовики, потому что это совершенно разные пушки, и как бы, ну, будет странно, да, что я так сразу прям сделаю, не. Поэтому сегодня именно начнем мы с автоматов. Вообще, я предпочитаю больше автоматы, чем дробовики. Поэтому составлять мне было реально тяжело. Это я сидел, думал, что же, куда на 5-е, что на 4-е. Этот автомат вроде нравится, этот нравится. Ну, вроде составил, ладно. И начинаем мы с вами с 5-го места. На 5-м месте тоже очень долго думал. Но думал между Золотым Другом и винтовкой секретной службы. В итоге я оставил винтовку секретной службы. Да, это топ-5 автомат. Недавно был фургон с мифической прокачкой. Я обозрел этот фургон и поиграл. И знаете, мне так зашло, что эта винтовка зашла в топ-5. То есть винтовка секретной службы, это топ-5 со скином вот Вихрь Сакуры, пожалуйста. Ну что, погнали с нее начинать играть, и дальше буду, как и со снайперками, в матчах уже менять и говорить. Погнали с вами на тихую школу. Также, ребятки, вступайте на мой сервер в Дискорде. Тут очень много сейчас русских ПГшеров, очень много общается, заходите. Вот, тут найдете себе друзей, тут можно стать модератором, если очень активничать, если помогать серверу чистить его. Также, если мы подружимся, вы станете либо Немезис Best Helper'ом, либо админом. Вот, пожалуйста, заходите, общайтесь, очень много чатов. Также есть чат клана, сюда все наши сокланы вступили, и мы тут переписываемся, что как лучше делать. Есть также чат художников, вы можете сюда показывать, присылать свои работы, которые вы делали в Pixel Gun, пушки там, я не знаю, скины, их тут будут оценивать. Вот, пожалуйста, вот есть даже чемпионский ультиматум, вот, но это так, есть, там были хорошие реальные работы. Также есть тут всякие чаты для админов, для модераторов. Вот тут, пожалуйста, информацию можете почитать про каждую роль. Есть также правила, обязательно правила почитайте перед вступлением. Также тут есть и помойное ведро, тут можно и все что угодно делать, и материться даже тут, да, ну, нежелательно, но можно. Вот, также тут есть офф-топ, можно кидать по разным играм и по разным темам, не ППГ всякое. Тут актив очень неплохой сейчас, вот даже сейчас вот переписываются, вот тут, да, вот переписываются, тут мои модераторы все сидят, так что вступайте, я вас всех жду, как бы ссылка будет в описании. Так, ну что, начинаем с винтовки секретной службы. Почему мне нравится этот автомат? Он достаточно неплохой по урону, достаточно красивый с этим скином и приятно с ним играется. Сейчас, если мне, надеюсь, получится... Так, во, пожалуйста, уже дабл сделал. Давай. Дабл сделал, и мне ноль засчитали. Ой, как спасибо. Ой, спасибо огромное. Боже мой, что тут происходит? Все как-то летают. Да что такое? Не понял, ты чё? Как ты здесь появился? Взял, телепортировался вообще? Чё-то мне вообще не дают. Мне ноль до сих пор. Я уже убил там, не знаю, троих точно. А мне ноль все равно пишет. О, наконец-то. О, хотя бы одного мне засчитают. Да, ребятки, просто такая фигня бывает. Не засчитывает, да еще и сзади окружают, конечно. Давай, давай, я тебя убью, чувак. Блин. Ладно, ладно, сейчас разыграемся. Блин, видите, достаточно быстро снял. Автомат реально годный. Когда был фургон, я советовал прокачать. Реально, винтовка секретной службы
имеет место быть. О, ассасин зашел. Возможно, мне поможет даже. Сейчас примерный урон покажу. Очень быстро снял, просто моментально. Так, давай. Еще убил. Очень хороший урон, очень красивый. О, мой скин взял. Все, спасибо, поможешь мне немножко. Просто моментально снимает практически. В голову очень хороший урон. Старая имба возвращается, как говорится. Да, раньше этот автомат очень сильно почитался. Вот, и ценился очень даже сильно. И стоил он за гемы в арсенале очень дорого. Я еще говорю, что даже донатил на него. Давно еще было дело. Так, турель. Турель мне не нужна тут. Снимаем. Что-то опять мои сокланы заходят. Мне это не нравится. Я ж просил вас не заходить, ребят. Ну что такое-то? Так, ладно. 6-е место опять мне скинули. Да дурацкие турели, блин, наставили. Я только время на них трачу. Ладно. Блин, я кого-нибудь убью. Я на 7-м месте. Чего? Нет. Ну умрите, пожалуйста. Что-то странно, что... Ну, потому что мне не засчитывалось очень часто. Стилили мои фраги. Так, отлично. О, на 5-м. Да дурацкие дизлайки еще. Да, конечно, ракопушки, они никуда не деваются, понятное дело. Но автомат реально годный. Вы видели, он достаточно быстро. Да дурацкий бедивер. Нет, на 6-м. Давайте еще раз. Что-то мне не понравилось. Давайте еще раз, я хочу реально годно сыграть. Ну, придется затянуть, что поделать. Я хочу нормально сыграть. Погнали. Ну, конечно, пчелы все застилят, естественно. Есть, убил, отлично. Чего? Какой мамонт? Там даже не было его. Все. Так, ладно. Давай. Турели свои наставили, блин. Конечно, ракопушки, что поделать-то. Вон, бедиверы, говорю, да, летают. И летают эти дизлайки. Летают еще эти хугины всякие. Поэтому, что поделать. Так, давай. Выходите. Что-то я на 4-м, хотя убиваю вроде. Так, давай. Почти убил, жалко, а. Давай. Да блин, ну почему ультиматумы нужно доставать? Да, мешают они играть, эти ракопушки. О, дабл сделал, нормально. Так, давай. Давай, умрите. Есть. Ну, блин, поддержка есть. Собака, а? Есть. Еще дабл сделал. Хорошо. Не, достаточно быстро снимает. Просто вот эти ваншотки, тушотки, они, конечно... Они мешают реально играть. Все равно, хоть и нерфили это все. Вот эти сюрикены, пожалуйста, вон. Реально они раздражают. Ловцы эти. Так, давай. Не, вроде тут получше. Ладно, будет 2, значит, матч. Ой, пчел пустил. Ну, конечно, а как же без пчелок-то моих любимых? Так, еще и ловцы, а? Ничего. Ой, на 2-м, смотрите. Нет, что-то получается. Ладно, беру свои слова обратно. Блин, этот что-то застыл. Так, давай. О, трипл! Я же говорю, этот автомат реально годный. То есть, то, что я был там на 6-м, это мне просто не повезло. Смотрите, я даже на 1-м вырвался. Нифига против ракопушек. Что-то мне выходит. Беру свои слова обратно, ладно. Ну, конечно, сейчас меня убьют. Не убил. Смотри, очень быстро снимает. Поэтому, ну, посмотрите, какой офигенный автоматик. Реально, я его люблю. И думаю, буду любить дальше. Потому что раньше я не особо недооценивал этот автомат. Плюс он у меня еще мифический. Теперь это вообще офигенно. Потому что там будут некоторые автоматы, которые у меня легендарные. Да, не удивляйтесь.
Вот, я уже говорил, это сугубо лично мое мнение, я оцениваю многое по дизайну, по звукам и по геймплею. Блин, ну нет, ну куда ты отходишь? Давай, выходи, выходи. Ой-ой-ой, блин, 10 хп. И, конечно, я заспавнился не там, а тут с чуваком с дизлайком, конечно же, с ультиматумом я заспавнюсь. А вот он вышел. С Хугиным своим, конечно же. Так, ладно. Блин, в смысле? И, конечно, под конец, в последние секунды, чтобы чуваки фармили очки, я заспавнюсь в недрах земли, где никого нет. Вообще пустота. И чувак с невидимкой меня убьет с Хугина, да? Конечно. Конечно, так часто бывает. Не, смотрите, я сохранился на первом. Просто против раков. 27 убийств, 31 сделал. А, пошел ты нафиг, ты не заслуживаешь первое место. Вот, такой, вот такая вот винтовка секретной службы. Да, сыграл я 2 матча, что поделать. Следующий, топ-4. Заходим в арсенал. Листаем, листаем. Да, ребятки, очень далеко. Это Казанова. Так, возьму ее сразу. Вот этот автомат. Еще и со скином, ребят, смотрите. Вот, пожалуйста, курортный. Раньше был в моем арсенале, еще в 2020 году я использовал. Почему именно Казанова? Очень, посмотрите, просто, во-первых, на дизайн. Даже оригинал очень красивый. Вот, а, во-вторых, очень неплохой урон сейчас у Казановы. Тихая, с 4-кратной оптикой. Погнали, поиграем. Давно, кстати, я не брал Казанову в руки, а сейчас вспомню. Так, а что тут происходит-то? Где все? Ау. Ага, бот. Легендарный, да. Легендарный Казанова. Но все равно урон даже хороший. Возможно, качну на мифик. Возможно, потому что мне нравится этот автомат. Так, отлично. Че тут вообще с онлайном сейчас зайдут? Ладно, просто быстренько ботов снимает. Вот. Получше, чем кулон короля льда, да? Ну, это вообще сравнивать странно будет. Конечно же, автомат с кулоном, это что-то уже... Давай. Ой, правда, патроны закончились. Где мне их обнаружить-то? А! Блин. Я что-то его не заметил изначально. Стой. Иди сюда. Молодец, мой хороший. Так. Ну, реально, Казанову я до сих пор люблю, хоть уже и давно не играл. Ты думаешь, я не знаю таких хитростей? Ты что-то попутал. Не с тем связался. Связался с казуалом, да? Ой. Это кто тебе кровотечение нанес? Что за фигня-то? Так, ну патрон, конечно, маловато, да? Вы видите. Ладно, все равно тут мне особо ничего не светит. Давайте пассивку используем. Просто офигенный автомат. Ну, очень быстро снимает. Даже на легендарке. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошел отсюда. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Восстановили патроны. Погнали. Вот кто кровотечением ассасина бедного убил. Так, давай. Ой, что такое? Так. Зашли ребята. Колбы кидаются. Вот это мне не нравится. Колбы не нужно кидаться. Так, давай. Есть. Очень классный автомат на самом-то деле. Так. Давайте выходите. Да, думаю, больше тут смысла нет играть. Так, еще один... Нет, другой какой-то зашел. Хватит колбой кидаться. Я тут как бы... Вернись. Ладно, что, хватит. Он играет как бы... О-о-о-о-о-о. Смотрите, какое ослепление, кстати, прикольное. Ни разу не видел, чтобы против меня с колбой играли. Вот и посмотрел. Ах. Разброс, да. Разброс, конечно, большой достаточно у Казанова. Но автомат отличный, урон хороший. Как бы... Обязательно советую. Как и винтовку секретной службы, я обязательно советую. Просто на офигенной автоматике, я не знаю... Так, давай. Что такое?
Ой-ой-ой-ой, реактивный дракон. Это мне такое не хочется, что против меня с реактивным. Вот это долго умирает, мифическая броня, но все равно достаточно быстро. На самом деле, достаточно быстро снимал. Все, 25 убийств. С Казанова, думаю, отличный матч. Как бы классно. Реально классный автомат. Следующее очень неожиданно будет, да. Ну, кто смотрел ролик про адамантовые пушки, который был почти год назад, ну, несколько месяцев, наверное, месяцев 9 назад, да, можно будет посмотреть. Это, ребятки, топ. 3 адамантовая лазерная пушка. Ну, это, скажите, вы, ты что-то Немезис попутал. Почему? Посмотрите на этот дизайн, посмотрите, как красиво переливаются. Просто. Посмотрите на скорострельность. Сейчас мы обязательно поиграем. Адамантовая лазерная пушка реально очень неплохая вещь. Погнали. Так, только вот невидимку я не хочу. О, просто. Кайф с нее убивать. Просто офигенная вещь. Просто смотрите на эту дикую скорострельность. Забросили этот автомат. Ну, мне нравится на самом деле адамантовая лазерная пушка. Очень неплохая вещь. Очень-очень-очень-очень. Лазерная пушка, я думаю, такая же, но мне больше нравится дизайн именно адамантовый. И умирают они так красиво, я не знаю, просто. Идеальная вещь. Офигеть. Давай-давай, стой. Тихо-тихо, я тут. Куда ты там собрался? Его убили. Так, тихо-тихо. Пошел. Офигенный автомат, просто, я не знаю, ну, красивый, достаточно мощный. Так, тихо, ой-ой-ой, Курбабах, блин. Мне не нравится Курбабах. Что это такое, не надо. Так. Цифровой планшет еще. Так. Ну, очень быстро стреляет. Ну, я не знаю, но это вещь офигенная. Королевский воин. Тоже думал поставить, кстати. Тоже люблю этот автомат. Но он в топ-10 бы, думаю, вошел скорее, чем в топ-5. Так. Что тут такое? Меня на второй скидывают. Мне это не особо нравится. Хотя я 9 набил на таком онлайне. Ну, не так уж и плохо. Да, тоже легендарная. На мифике я не думаю, что буду качать. Так, да, быстренько снимает, неплохой урон, даже в нынешнее время, адамантовая лазерная, очень неплохая вещь. То есть, ну вот это далеко, наверное, из-за разброса. Чу, я на 4-м, а вот это мне не нравится. Что за фигня-то? Я не вижу, но там вижу, что урон проносится. Блин, что-то как-то по очкам не очень хорошо у меня, я заметил. Тихо. Пошел. Да боже мой, почему поддержка? Да почему поддержка? Я убил двоих, мне поддержку пишут. Еще дурацкие эти свои набрали. Удильщиков своих. Блин, что за фигня-то? Че мне не дают-то теперь убивать? Было все хорошо, алло. Че вдруг произошло-то? Да, рачки, конечно, никогда... не утихнут. О, очень быстро стреляет. И, кстати, у меня тут еще на возвращение, по-моему, патрон стоит. О, хорошо сейчас прошло-то, смотрите. Нормально, ультраубийство. Все, на второе вырвался. Что-то как-то мне не давали. Он не поймет, почему я так быстро жизнь съедается. Че за фигня? А это, ребятки, адамантовая. Это адамантовая. Все, пожалуйста. Какой нафиг храбрый лев? Против адамантовой с храбрым львом он попер. Ты че, не попутал ничего? Короче, топ-2 занял здесь. Нормально. Может, еще кого-нибудь убью? Не. Но все равно неплохо. 18, конечно, это тут наспамил. Ну, фиг с ним, спамеры. Они всегда будут. Главное, что 18. С адамантовой лазерной. То есть... никто не ожидал, я думаю, что адамантовая нас такое способна, поэтому я и люблю ее. Посмотрите на этот дизайн, как переливается. Топ-2, ребятки, вот это уже будет ожидаемо. Угу, вы уже увидели, сейчас зайдем.
боевая винтовка на мишке. Люблю эту штуку, она очень-очень-очень старая, с 2013 года прокачал я на мифик. Ну, реально люблю я эту вещь, М-ка, ну, всегда будет для меня любимой, но не топ-1, ну, топ-2 тоже очень люблю, сейчас использую в своем основном арсенале. То есть, как бы, сейчас давайте обязательно поиграем. Обычная просто винтовочка, я ее люблю. Да, вот такая вот фигня бывает, ребятки, но я говорю, это сугубо мое личное мнение. Кто не согласен, пишите свои топы, как бы. Вот, погнали тестить. Офигеть, просто быстро снял. Перезарядка быстренькая. Я не знаю, но люблю я боевую винтовку. Люблю. Вот, ну, она достаточно быстро снимает на мифике. Хороший урон. Дизлайки приперлись, да? Так, о, убил, хорошо. Так, куда ты там? Ну ладно, фиг с тобой. Не хочу на тебя время терять. Так, давай, давай, давай. Конечно, передвижение у Адамантовой было лучше, да? Вы видите, я медленно передвигаюсь. Так, ладно. На 7-м месте. Ну, ничего. Ничего, ничего. Я вроде убиваю. Ой-ой-ой, еще и заклинания, раки. Понятно. Я не знаю, может, мне особо и не дадут. Тут что-то тут совсем много раков. Ну, видите, быстро снимает. Это самое главное. Грохот, нифига себе. Так, давай, давай, давай. А что, 2 минуты всего осталось? Как там быстро? Да боже мой, ну почему, конечно, когда мои любимые пушки начали, появились вот эти вот раки, вот эти вот, конечно же. Так, давай, 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 давай. Ну дурацкий, ну почему вы такие все раки? Даже спамеры стали раками. Ну что за фигня? Стой, блин. Ой, не знаю. Я думал вообще ливнуть отсюда. Что тут совсем все плохо со своими удильщиками и дизлайками, все за спамин. Ну вот, ну вот, вот, ну почему вы так играете? Я не понимаю. Соклановец, блин. Возьми нормальные пушки, чё ты как лох играешь, ёлки-палки. Меня реально чё-то бомбить немножко начинает. От таких игроков, самых любимых моих на свете. Давай, 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 давай. Спасибо хотя бы за очки тебе. А то надоели эти раки. Не, неплохо на самом деле валят. То есть чисто боевой винтовкой против раков, ну неплохо справляюсь, заметьте. Понятно, отмена. Отмену, благо, понерфили хотя бы. Да, до 5 секунд уже хорошо. Водная винтовка. Чё-то ты решил, видно, за казуал схватиться, да? Решил убрать рака спам. О, убил. Я думал, я не успел. Давайте пассивку еще урон увеличим. Ой-ой-ой, как хорошо-то прошло. Ну, конечно, удильщик этот. Ну, елки, конечно же. Конечно же. Если вы заходите ко мне, так играйте нормально. Чего вы как лохи, я не понимаю. Вот я обращаюсь вот к этому соклану. Не к ассасину, а вот к этому. Ну что вот. Ой, не знаю, откуда такие берутся. Ой, захватчик, смотрите-ка, я увидел. Что-то он решил, видно... Он меня что, услышал, типа, что... Типа, что ты рачишь, давай нормально играй, да? 17 набил, неплохо. Реально неплохо. Чисто играл боевой винтовкой против раков. Очень хороший автомат, обязательно советую даже на мифик качнуть. От редкого реально отличается. На редкого неплохо, на мифике очень хорошо. Ну и последний, топ-1 автомат. Ну, думаю, многие знают, это для меня нейтронный пульсатор. Хоть я сейчас с ним не так часто играю, но я люблю этот автомат. 100 темп стрельбы, 100 подвижность, блок гаджетов, рентген прицел. Хороший, красивый дизайн. Неплохой урон с такими модулями. Сейчас вы увидите, почему. Погнали с ним поиграем. Ну что, погнали. Топ-1 пульсатор. Погнали тестить. Я оттуда вышел, там вообще все плохо стало. Я хочу поиграть. Топ-1 автомат. Мне просто не дали нормально поиграть с ним. Короче, очень быстро стреляет. Посмотрите, насколько быстрее я передвигаюсь, чем с боевой винтовкой. Ну, прям вот видна разница реально. Так, конечно, кто-то застилит мой фраг. Очень быстро снимает достаточно. Офигенная скорострельность, рентген, прицел. Я хочу нормально поиграть. Что за фигня? Мне не давали
поиграть, мне это надоело. С этими гребаными удильщиками все заспамили, с афродитами всякими, там, я не знаю чем. Ну, реально, бесит это. Я сказал, что кикну, я возьму и кикну потом. Мне это надоело. Играют, мешают, я не знаю, сколько можно. Блин, у меня патроны закончились. Угу, вижу. И ты в меня попал, конечно. Вон он зашел. Все, я вас кикать буду. Я говорил, я просил не заходить. Нет, заходит собака, а? Стой, я тебя убью. Все, давай, 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 давай. Есть, убил. Все. Тут хотя бы более-менее чисто, спокойно. Никаких нет удильщиков больше против меня. Никаких нет дизлайков долбанных. Все, наконец-то, мультиубийство, хотя бы посмотрите, что такое пульсатор. На пульсатор это реально офигенный автомат. Он топ-1 и однозначно. БЛО я тоже люблю, но пульсатор больше. Потому что из-за подвиги и скорострелки. О, патроны нашлись, это хорошо. Все-таки он у меня попал, да, со своим кулоном. Ну вот, рентген-прицел. Вон они ходят, видно, вон побежал бот, вон стоит противник. Офигенный автомат. Давай, выйди ты отсюда. Ну где? Ну тут уж, ну, конечно, с онлайном не очень. К сожалению. Но я видел, что тут онлайн плохой на самом деле. Потом не пишите, почему я вас кикаю. Вот тут правда. Либо за неактив, либо за то, что ко мне заходите. Поэтому я вас закикаю. Ну а как, блин, мешаете реально? Ходите со своими ракопушками, мешаете. Что я могу? О, пришел, смотрите. С дизлайком. Давай, 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 давай. Все, нет, тут топ-1 мой будет. Это однозначно. Так, давай, где вы? Конечно, настроение у меня не очень, потому что мне испоганили его. Хоть я, смотрите, с пульсатора-то нагибаю, но... Ну, это не то, что я хотел. Матчи скучные, заходят, мешают. Поэтому... Ну, вы понимаете, да? Блин, еще и боты такие идиоты. Ну, во-первых, да, боты, потому что... Потому что никого нет, да. То есть и в этом и скучно. Ну вот ассасин единственный не мешает хотя бы. Так, отлично, убил. Ай, ну чуть-чуть не хватило. Все, 16 убийств, слава богу. Вот этот матч меня устраивает. Вы видели, что делают пульсаторы, поэтому топ-1 очень быстро выносит. Красивый дизайн, большая скорострельность, рентген-прицел. Хорошая подвига, поэтому топ-1. Он вообще считается топ-1 автомат. Как бы не казначи это однозначно, а именно пульсатор. Все, ребятки, вот такой вот топ. Погнали, наконец-таки, делать итоги. Ну что, вот такой вот топ. Погнали, подведем итоги. Не хочу я донатить уже. Что ты ко мне пристал, а? Все. Почему топ-5 я поставил винтовку секретной службы? Ну вы видели, офигенный автомат, хорошая скорострельность, приятные звуки, приятный скин, хороший урон. Блин, что может быть лучше? Однозначно советую, поэтому топ-5. Офигенный. Но есть автоматы, которые мне больше нравятся. Вот, допустим, почему топ-4 я поставил Казанову. Во-первых, посмотрите на дизайн со скином. Даже без скина красивый. Во-вторых, неплохой урон для легендарного качества. В-третьих, вообще приятный автомат очень для геймплея. Очень хороший автоматик. Прям вот однозначно советую на низких уровнях. Просто обязательно Казанова must have. Это прям вот топчик, как штурмовой пулемет. Но именно Казанова мне больше нравится внешне. Хотя штурмовой очень классный, я тоже думал, он мне тоже нравится, но в топ-10, может быть, и вошел бы, но не в топ-5. Вот, поэтому Казанова... Топ-4. Топ-3, да, ребятки, это вообще на удивление адамантовая лазерная. Ну, вы видели, она достаточно мощная, она очень скорострельная, она очень красивая. И приятные очень звуки.
И когда умирают, тоже такой вот прям вот такой вот такой сине-фиолетовый цвет так разлетается красиво. Ну, адамантовую я прям люблю. Будет топ-3, я просто ну, фанатею от этой штуки. Мне очень нравится. Очень классный автоматик. Вам тоже, ребятки, советую. Правда, дорого стоит, но это того стоит, да. Дорого стоит, но это того стоит, да. Такая вот игра слов. Топ-3 однозначно адамантовая. Топ-2. Боевая винтовка. Ну, вы видели, я люблю эту штуку, я делал отдельный обзор. Однозначно, хороший автомат с прокачкой на мифик, лучше, чем на редком. И очень красивый, и перезарядку новую эту сделали, очень классно, мне нравится анимация. Вообще офигенный автомат. На новичковом уровне оставляйте на низких уровнях какое-то время, будет вам помогать. Я уже говорил это в гайдах, повторюсь здесь. Автомат очень годный, топ-2 однозначно. Но топ-1... Да, ребятки, нейтронный пульсатор. Конечно, да. Испортили мне геймплей. Последний с ним. Пришлось идти вот в этот скучный матч. Но набил я, видели, хорошо. Быстро снимал. Однозначно советую пульсатор. Офигенный автомат. На 65 уровне обязательно рекомендую. Да, он продается на 65. За гемы сейчас я купил за 4500 монет. Да. Дорого, но того стоит. То есть, как бы, автоматик очень годный. Возможно, выловить его еще в черном рынке. Так что следите за ним и обязательно берите. Нейтронный пульсатор must have. Просто лучший автомат. Все, вот так вот мы закончили. Ну, а я с вами прощаюсь. Ждите следующий. Пишите, что вы хотите. Топ-5 дробовиков, топ-5 тяжиков, топ-5 пистолетов. Вот, возможно, я сделаю голосование и топ-5 каких-либо пушек... Большинство за что проголосуют, то я и сделаю. Наверное, так и будем там. Следите за сообществом и голосуйте. Всем спасибо за просмотр, еще раз повторяюсь, ребятки. Всем удачи и всем пока-пока.